Дорогие друзья, добрый день! Сегодня 16 апреля 2016 года, и мы находимся на территории строящегося, полноценно строящегося экотехнопарка Skyway. Позвольте себе напомнить, что ровно год назад, 16 апреля 2015 года, мы также находились здесь, на территории будущего экотехнопарка Skyway, на стадии, когда мы только вели еще переговоры с администрацией, когда проводились первые землестроительные работы, и ничего еще здесь не напоминало то великолепие, которое происходит сейчас. И мы не зря собрались в тот день рождения Анатолия Эдуардовича Юницкого, который приходит на 16 апреля. И сегодня, в свой день рождения, Анатолий Эдуардович согласился сказать нам пару слов про то, что происходит сейчас на площадке в его день рождения. Добрый день, дорогие друзья. Да, мы на площадке, где проходит стройка. Я сказал бы, великая стройка, потому что мы закладываем фактически здесь новую отрасль транспортно-инфраструктурную Skyway. Можно посмотреть на ряд уходящих опор. Это 18 опор с пролетами 15-50 метров. Здесь около километра. Здесь будет городская трасса, подвесная и навесная. Под нами станция будет подвесного, городского. Мы стоим сейчас на покрытие, можно сказать, покрытие, потому что это уже верхний этаж, где будет станция высокоскоростного Skyway. И вот эта трасса потом будет продлена на 15 километров, и в середине этой трассы высокоскоростной Юнибус может развить скорость 500 км в час. Мы его продемонстрируем через где-то полтора года. Анатолий Эдуардович, а вы сказали, что вот эта крыша, да, ну как бы последний этаж, а вот эта арматура, это что такое? Кстати, благодаря вот этой арматуре и то, что будет за ней, мы удешевили анкерную опору и сэкономили порядка 300 тонн бетона. Здесь будет насыпана почва высотой почти 2 метра, и здесь будет посажен полноценный сад. Это зеленые крыши, где не просто там маленький слой грунта, почвы, а 2 метра, и поэтому здесь можно даже расти деревья высотой 20 метров. И это плюс, потому что мы таким образом почве пригрузили опору, она испытывает очень большие усилия, и бетон фактически заменили на почву. Основной вопрос, почему Анатолий Юницкий делает сад на крыше, не потому что мы все как бы такие озабоченные об экологии. Это тоже есть. Это но есть, мы на самом деле это часть инженерной конструкции, удешевляющей все. Анатолий Ильич, а вот под нами вот эти вот силуэты, напоминающие уже будущие рельсы, будущие структуры, что это такое? Не так, это плита, вот верхняя плита перекрытия, куда придет нагрузка от температуры. Здесь же путевая структура не разрезная, и там есть струны, которые тоже натягиваются. Эти усилия будут максимальны, когда будет самая низкая температура. Мы из сорядных раз в лет рассчитываем, что самая низкая температура будет минус 40 градусов, 40 градусов мороза. При этой температуре усилия, приходящие в эту плиту, будут равно где-то около 900 тонн, 800 с лишним тонн. И на одну закладную деталь, вот она идет туда, длиной это 18 метров, придет нагрузка более 400 тонн. Что такое 400 тонн? Это вес 8 тяжелых танков. Поэтому сюда придет серьезная нагрузка. Но благодаря тому, что конструкция не разрезная, мы удешевляем путевую структуру, эстакаду. Посмотрите, какие легкие опоры. Ведь здесь две дороги, не одна. Это эстакада. Вот представьте, если бы здесь был автодорожный мост, железнодорожный, какие опоры были. Ну да. Это позволило удешевить конструкцию путевой структуры опор. И если бы здесь была эстакада, допустим, высокоскоростной железной дороги, то вот этот километр стоил бы не меньше 100 миллионов долларов. А мы за эти деньги построим еще 15 километров. Это в том числе благодаря тому, что у нас вот неразрывная конструкция пути, возникает вот напряжение, то есть конструкция преднапряженная, и мы нагружаем анкерную опору. Но они будут редко стоять, через 3-5 километров. И поэтому стоимость анкерных опор, она на один километр будет небольшой, на один километр дороги. А скажите, вот все эти люди, это вообще кто? Что они здесь делают в таком большом количестве? Это субботник. Мы сейчас обгораживаем площадку, потому что через неделю
приедет к нам почти 1000 человек из десятков стран. Да. 23 апреля экофестиваль, да, Skyway. Экофестиваль. Приезжайте, будем рады потом видеть. Потом мы вышли на субботник. Понятно. Ну, Анатолий Эдуардович, передаю от всех наших инвесторов большие вам поздравления с вашим днем рождения. Главное здоровье, главное ни шагу назад, только вперед. Отступать некуда, за нами весь мир. Строй Skyway! Спасай планету! Спасай планету! 16 апреля весь коллектив закрытого акционерного общества «Струнные технологии» выехал в город Мариногорка, возле которой развернуто строительство экотехнопарка Skyway, на субботник. В этот день была проведена уборка строительной площадки после зимы, благоустройство территории, покраска промежуточных опор городской и высокоскоростной трасс. Помимо этого, был благоустроен и сад, основанный в октябре 2015 года участниками акции «Посади дерево». Произведена побелка саженцев плодовых деревьев. Осуществлено разравнивание грунта в междурядье. Были собраны все камни, буквально выросшие из земли во время зимы. Также были выполнены многие другие работы в рамках подготовки к экофесту. Можно смело сказать, что все вышеописанное было действительно сделано в едином порыве, и доказательством тому служило то, что многие сотрудники нашей компании приехали целыми семьями, порой вместе с детьми. Причин для энтузиазма сразу несколько. Во-первых, инновационная струнная технология создается коллективом единомышленников, и всем хотелось внести максимальный вклад в подготовку к экофесту, где 23 апреля сего года произойдет интерактивное шоу-презентация одного из самых масштабных эко-бизнес-проектов 21 века. Во-вторых, этот день совпал с днем рождения самого генерального конструктора Skyway, а также его старшей дочери Анастасии. Жена Анатолия Эдуардовича пошутила, что ее супругу прекрасно удаются не только расчеты, касающиеся прорывных транспортных технологий, но также и планирование семьи. После ударного труда все присутствующие искренне поздравили виновников торжества и отметили в дружной компании на природе сразу несколько замечательных событий. Подытожим репортаж следующими словами. Смело отправляйтесь в путь. К вашему приезду на праздник в Центре испытаний, демонстрации и сертификации рельсо-струнной транспортной технологии все будет готово. Коллектив Skyway под руководством Юницкого гарантирует. Так, друзья, добрый день. Приветствую тех, кто только подсоединился к нашей работе. Вот у нас за время вот этого небольшого репортажа, небольшого перерыва, не так много вошло людей. Вот, поэтому, друзья, мы пока не ставим задач. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас было там по 1000, по 2000 человек. Будет, наверное, надеюсь, и такое время вот, на наших вебинарах. Но пока мы сразу могу сказать, что вот тот месяц, мы ведем сейчас вебинары для Skyway Capital и РСВ по базе, по рассылке, народу, конечно, намного меньше по отношению к Свигу, потому что там все-таки более распространенная была система доведения информации, и количество зарегистрированных участников там тоже, ну, довольно больше в несколько раз, чем в Капитале. Но это, друзья, только вопрос времени. Вот, поэтому тоже сейчас очень многие люди, которые ориентируются на наше доведение информации с Алексеем, они сейчас ищут эту информацию, многие приходят к нам. Вот, поэтому помогайте, раздавайте в чатах, раздавайте просто ссылки на наши конференции, потому что мы с Алексеем отрабатываем все-таки такой очень, скажем так, научный, но довольно-таки доступный метод доведения информации о проекте, о тех вещах, которые происходят, о том, что будет дальше по развитию проекта. Мы всегда находимся в самой гуще новостей, потому что напрямую работаем и с конструкторским бюро, и с менеджерами, лично с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Вот, более того, он очень регулярно, часто доводит до нас определенные мысли и акценты, которые мы должны делать на вебинарах для того, чтобы это было более понятно раскрыто именно особенности и технологии и процесса строительства. Ну, вот приведу один пример, что там часто, знаете, вот умники, которые пишут Юницкому, что вот вы там год там строите и так далее, почему так медленно там, еще, так сказать, понимаете, Юницкий просто говорит, я не могу, что ответить на такой вопрос, если Siemens создавал систему
45 лет потратил 6,5 миллиардов долларов и не запустил транспорт, который создавал, то когда здесь мы год назад только пришли на площадку, и уже через полгода началось строительство, а сегодня уже видны основные узлы, уже видны станции, видна путевая структура, и сегодня создается подвижной состав, который просто нельзя показывать с точки зрения уже именно коммерческой и научной новизны, то куда уж говорить, что куда больше. Второй вопрос, который задают по стройке, почему там так мало народу работает? Он говорит, а что вы хотите, чтобы здесь работало 5000 человек? Мы платили там одним только рабочим бешеные деньги и говорили, что мы создаем инновационную технологию. Нет, конечно, друзья, здесь работает минимум людей, и то, что они в любую погоду условия, любые это люди, которые являются специалистами в узконаправленном, допустим, строительном спектре, сегодня создают инновационную систему, говорит о том, что она высокотехнологичная, она инновационная, и, соответственно, как на фабрике у Боинга в свое время люди, которые производили табуретки, те же люди потом производили уже самолеты, которые летали, аппараты тяжелее воздуха. Точно так же сегодня очень многие специалисты, которые из разных пришли специальностей, из разных предприятий, они сегодня создают новую инновационную систему. Вот, друзья, значит, по тому репортажу, который сейчас прошел, естественно, что это очень большая для нас сегодня и, ну, как бы такая личная радость, потому что конструкторское бюро, которое выходит на субботник 16 апреля, очень знаменательная дата, что в этот день рождения у самого Анатолия Эдуардовича Юницкого, день рождения у его дочери, то есть он сделал ему жена такой подарок, в этот же день у него родилась старшая дочь. Вот, соответственно, то, что они сегодня всей семьей, и в репортажах их было видно, они там сегодня, именно 16 апреля работали, делали, это тоже говорит о семейственности, о заинтересованности, о том, что люди работают, делают, это действительно праздник. И то, что все конструкторское бюро готовится к нашему приезду туда, они там все облагораживают, делают, очень волнуются, потому что такое количество людей, конечно, в экотехнопарке еще не собиралось. Вот. Но, тем не менее, друзья, это очень такая серьезная работа. И вы видите, что выходной день, праздник и субботник, действительно, мы мысленно все были с ними. Когда будут у нас уже юнибайки и юнибусы, и можно будет за 2 часа добраться до Минска, то мы будем там чаще участвовать. Но пока перемещение, которое занимает довольно-таки, хоть тоже ночь на поезде, но довольно-таки сложно, то будем все-таки пока готовиться к таким мероприятиям, как 23-24 апреля, тоже постепенно. И, друзья, теперь кто будет 23-24 апреля, конечно, со всеми пообщаемся, у вас будет личная возможность сфотографироваться, получить автограф у Анатолия Эдуардовича, у ведущих конструкторов, материалы будут очень интересные, просто общение, праздник. И здесь, друзья, сразу такой настрой, чтобы вы понимали, что это фестиваль, это не презентация технологий, не демонстрация научно-технического прогресса, не какие-то завлекаловки для там крутых инвесторов, это все будет делаться в отдельном мире. А это, друзья, праздник, праздник весны, праздник. Желание поздравить генерального конструктора и генерального директора с днем рождения с прошедшим. Вот, то есть, как бы такое коллективное поздравление. Но здесь, друзья, сразу оговорюсь, что самое главное наше поздравление, мы директорским составом до сих пор определили, это максимум количества инвестиций, которые мы должны сделать в этом месяце 23 апреля. И я думаю, что на этот рекорд мы выйдем, причем с большим отрывом от прошлого месяца. И хотя прошлый месяц тоже был абсолютный рекорд за все время краудинвестинговой работы, это, друзья, будет наш главный подарок и наш главный вклад в то дело всей жизни Юницкого, которое сейчас делается. И сразу еще тоже такая, не то что просьба, друзья, я думаю, что все понимают, что готовится это все силами конструкторского бюро, специалистами, то есть, ну, там, всем мы помогаем по мере сил, то есть это не профессиональная подготовка, и если будут какие-то сбои, накладки, там еще, друзья, относиться к этому спокойно, потому что это праздник, и не надо ни себе портить настроение, ни другим. Давайте, друзья, даже к каким-то накладкам, которые могут, естественно, при такого рода мероприятиях проходить, чтобы относиться к этому абсолютно спокойно. Вот. Тем более, что такое массовое количество, которое примет экотехнопарк, это первый раз. Мы, естественно, к этому подходим как к тренировке, к октябрьской презентации, потому что в октябре, конечно, будет, друзья, грандиознейшее событие, это будет уже действительно презентация технологии, это действительно будет приглашение очень много VIP-персон,
даже президенты нескольких стран будут присутствовать. Это будет очень серьезное такое уже мероприятие штаба. Естественно, что мы к этому нашему экофесту 23-24 апреля подходим как встреча друзей, как посадки фруктового сада, к празднику. Ну и в то же время, друзья, чуть-чуть потренируемся на то, чтобы в октябре уже провести более масштабное мероприятие для того, чтобы уже действительно свою технологию и то, что мы создали, показать уже очень масштабно, очень серьезно. Это тоже, друзья, одна из целей, задачи, которую мы себе ставили, делаем. Поэтому тот опыт, который мы сейчас нарабатываем для октября, он, конечно, будет крайне важен. И в октябре какого числа? Ну, друзья, определимся, какого числа, так сказать. Тоже примерно в таких же числах, там, 23-24 октября, ну, плюс-минус, там, неделю посмотрим, там, дату еще не определяли, но это в октябре будет точно. В прошлом году мы проводили 24-25 октября годовое собрание и годовой сбор. Ну, примерно в таких же числах будем проводить и в октябре уже в Минске, и в экотехнопарке, в Мариной Горке, такое мероприятие. Вот. Это вот то, что касается проведения и то, что касается участия. Поэтому, друзья, здесь естественно, что какой сейчас настрой и какой подход к экофесту, к всему, что мы ничего не скрываем. Это раз. Второе. Мы не хотим выдать желаемое за действительное. Мы не хотим ни перед кем понтоваться и говорить, что у нас есть что-то, что сегодня превосходит наши возможности. Нам, друзья, этого не надо, потому что мы каждый день делаем. Мы полгода, 4 месяца, 3 месяца, сейчас, дальше через 2, через 3 месяца будет определенная вещь. Мы это показываем, и этот график сегодня идет и реализуется. Поэтому на сегодняшний момент нам важно показать динамику, как это работает. Нам важно показать количество инвесторов и людей, которые подключаются и верят в этот проект. Нам важно показать регионы, страны, которые сегодня соединились для решения, которые показывают уже запуск адресных проектов, потому что там будут делегации мэрии различных городов. Мы это покажем в репортажах потом. Почему я сейчас говорю «покажем»? Потому что сегодня трудно говорить, кто приедет, кто не приедет. Это постоянно меняется. Это же, во-первых, чиновники, во-вторых, бизнес-среда. Поэтому тут одни делегации, которые собирались ехать, отказываются, другие, которых мы совсем не ждали. Буквально вот вчера нам звонит очень интересный активист наш из Чеченской Республики и говорит, что поедет мэрия Грозного. Вот. Даже представитель правительства Чеченской Республики будет на этом фестивале, хотя вот еще неделю назад мы об этом не предполагали. Вот. Еще ряд с Украины, с Белоруссии, с Молдавии, с Казахстана, с Киргизии. Поэтому, друзья, я сейчас с трудом как бы так представляю, как это, ну, в смысле, сколько будет людей, как это будет с точки зрения делегации. Но когда проведем всю работу, сделаем, по факту уже, друзья, как раз будет сделано. Поэтому это очень важное мероприятие, важное с точки зрения ответственности для Юницкого. Вот. Он очень волнуется по поводу выступления, он всегда волнуется перед публичными такими выступлениями. Вот. А тем более, что тут, когда есть определенная ответственность, а тем более, что определенное там ожидание, потому что сначала предполагалось, что мы будем показывать определенные технологические элементы. Потом, по мере того, как стали продвигаться и делать, стало понятно, что очень многие вещи мы не можем показать, потому что не готова их еще патентная и интеллектуальная защита. А это, друзья, основное сегодня идет в нашем проекте. Поэтому сегодня это мероприятие, которое для нас больше именно важно, что встреча союзников, встреча единомышленников, поздравление Юницкого и, соответственно, подведение итогов, что мы сделали, и двигаться дальше для того, чтобы мы все более и более активно развивались. Там еще будут ряд крупных инвестиционных фондов, вот, но мы хотели сделать с ними определенное совещание, конференцию, чтобы они выступили, но... Как вы понимаете, обладатели, представители крупных денег попросили не делать с ними конференции и совещания, чтобы они там поприсутствуют, посмотрят, но выступления и каких-то заявлений делать не будут с точки зрения того, чтобы это не повлияло именно на бизнес-решение, на развитие, ну, скажем так, тех процессов, которые сегодня идут с точки зрения уже построения
определенных управляющих компаний, адресных проектов, чтобы это никоим мере не помешало. Но само по себе желание, то есть вот я общаюсь с представителями этих фондов, что высказали именно желание посмотреть на тех инвесторов, которые сегодня участвуют в проекте, чтобы действительно увидеть людей, благодаря которым этот проект развивается. То есть если говорить их языком, именно инвестиционных банкиров, то реально увидеть потенциальных вкладчиков или покупателей обязательств, которые они собираются выпускать. Вот. Поэтому, естественно, что у нас очень большая программа по уже совершенствованию финансовых инструментов, то есть готовится сейчас, это я просто как на будущее скажу, то есть для кого это понятно, что готовится серьезных выпуск облигаций, эмитентами которых будут крупные банки, крупные инвестиционные фонды, естественно, они будут нести гарантии, это выйдет совсем на другой уровень уже финансирования и гарантирования, финансирования, то есть они обязательно будут страховаться, и это следующий этап. Но, друзья, сразу могу сказать, что будет в обязательном порядке, при этом будет резкое падение дисконтов, которое просто резкое. Потому что сегодня, когда мы работаем в венчурном таком элементе, когда очень многие вещи мы делаем на риски, и мы говорим, что если вы верите или хотите участвовать в этом риске, вы можете участвовать в проекте. Если вам надо безрисковое вложение инвестиций, пожалуйста, есть Сибнефть, есть Роснефть, есть Газпром, есть Apple и Shell, пожалуйста, покупайте их, соответственно, облигации и их акции, и там вы будете, соответственно, более защищены с финансовой точки зрения, но о такой доходности, как сотни и тысячи, соответственно, вычислений процентов годовых, можно, конечно, забыть. На сегодняшний момент, когда мы ведем переговоры, и крупные уже инвестиционные игроки включаются в эту работу, и это будет сразу резкое уже повышение квалификации именно ценных бумаг, о которых мы говорим. Но, друзья, чудес в финансовом мире не бывает. Как только будет увеличена их гарантированность и доходность, соответственно, сохранение, значит, резко упадет доходность. Здесь, друзья, но все равно она будет очень высокая с финансовой точки зрения. Она будет намного выше, чем вклады в банках, вклады даже в хеджи фондах, потому что здесь инвестиционная, инновационная составляющая будет давать этим бумагам очень большую доходность. Но это, друзья, то, что будет уже ближе к октябрю, это то, что мы как раз уже будем делать и презентовать, начиная где-то с лета этого года. У нас будет целый ряд таких, они называются в финансовом мире, это род-шоу, то есть когда будет презентоваться технология уже не краудинвестингу, а уже к определенному кругу инвесторов, которые готовы заказывать технологию и инвестировать. И где-то начиная с июня месяца у нас готовится ряд таких род-шоу, и они готовятся в разных городах, в разных странах и по разным проектам. Об этом мы еще специально, друзья, об этом поговорим, когда мы будем уже подходить к род-шоу. Здесь мы работаем уже с партнерами, и род-шоу это уже финансовый механизм, то есть он готовится по определенной логике, к нему подводится определенное количество пиара, то есть продвижения. Поэтому, друзья, тут уже мы вам будем доводить информацию по мере того, как будет двигаться. И то, что мы с партнерами будем согласовывать, что можно будет рассказать, мы с Алексеем будем обязательно до вас доводить. И я думаю, что, друзья, это крайне интересно. Вот сейчас я могу сказать, пока первое по таким результатом предварительно я принимаю участие, и то, что мы обязательно сделаем соответственно, в 23-24 апреля в Мариной Горке, это подписание первых соглашений о создании управляющих компаний с администрацией Красноярского края по запуску 4-м адресным проектом. Это, друзья, я могу сказать, готовится. Сейчас документы все в полной проработке. Вот Алексей, может быть, об этом два слова более подробно скажет, потому что он работает непосредственно со специалистами администрации Красноярского края, он работает с специалистами конструкторского бюро, и это соглашение, ну, я на 99% уверен, что будет подписано, и это будет старт первым 4-м адресным проектом на территории Красноярского края. И, скорее всего, такое же будет подготовлено по Самаре, но не уверен. Скорее всего, мы согласуем текст определенного соглашения, но подписывать его будем уже несколько позже. Вот это вот просто такие первые шаги, первые вехи. Вот. И, соответственно, сразу после возвращения из Минска мы с Алексеем и еще с двумя специалистами летим уже в Грозный, в Чечню, для того, чтобы уже запускать работу там, потому что очень интересный подход там к проекту, очень большая заинтересованность в том, чтобы двигать. Это тоже одно из таких направлений, которое там будет дальше двигаться, которое будет
Но опять же, друзья, это только первые шаги, а их и уже было сделано, и делается, еще будет очень много делать. Тут мне задают вопрос, а что с Санкт-Петербургом? Ну вот, куда я там ездил, докладывал администрации Игоря Слюняева. Но здесь, друзья, вопрос такой, что меняется губернатор в ближайшее время, уходит Полтавченко на заслуженный отдых, к сожалению, по состоянию здоровья. На его место приходит Максим Соколов, довольно-таки интересный такой молодой человек, губернатор. Он сейчас является министром транспорта Российской Федерации. Это как раз тот человек, который сегодня вник в технологию, который понимает, что это, и благодаря ему и его команде мы сегодня получили признание Минтранса. Вот, соответственно, именно в развитии технологий и в рекомендации развития технологий на территории региона. Вот, это тоже очень такое событие. Вот, посмотрим, как дальше это будет развиваться, практическую работу. Мы очень надеемся, что наш проект «Северная жемчужина», который мы уже презентовали для администрации Санкт-Петербурга, он дальше получит какое-то развитие. Но, друзья, будем смотреть, работа ведется настолько активная, и сейчас я даже не могу предположить, какие проекты будут в ближайшее время более активно развиваться и которые подойдут к реализации. То есть это десятки проектов и на территории России, и стран Содружества, Евразийского Содружества, и проекты, которые идут уже на других континентах. Вот, поэтому здесь абсолютно... И самое главное, что практически каждую неделю команды, которые подключаются к таким адресным проектам, они все увеличиваются, и, соответственно, предложения такие все больше и больше, и мы сегодня в этом направлении активно и активно работаем. Ну вот, друзья, это вот то, что касается вот этого блока работы, и то, что мы сегодня ждем от конференции. Естественно, что отчет мы вам дадим, видео и фоторепортажи будут обязательно выложены, все увидите. Мы на следующую среду, как раз мы во вторник только с Алексеем вернемся с Минска, мы вам по свежим таким ощущениям, и это обязательно проведем этот вебинар, посвященный Фесту. Тот, кто будет, соответственно, вы нас поддержите. Единственное, что я могу сказать, друзья, что для всех это будет действительно праздник. У меня нет никаких сомнений по поводу того, что все ожидания и вот этот вот эмоциональный подъем, который был в октябре на прошлой конференции, перед этим мы проводили, и сейчас мы абсолютно уверены, что он даст следующий толчок, и мы дальше будем шагать еще более интенсивно, мы будем более активно продвигать проект, более активно привлекать новых, соответственно, участников проекта, потому что действительно не за горами то время, когда будет уже сворачиваться именно краудинвестинговая программа в Skyway, именно для строительства экотехнопарка и запуска адресных проектов, потому что это перейдет уже на финансирование крупных заказчиков и крупных инвестиционных венчурных фондов. И это, друзья, закономерно. А мы с вами уже будем дальше двигаться, и я несколько приоткрывал завесу, что команда именно научно-технологической школы инженера Юницкого, мы для вас готовим целый пакет программ по следующим технологиям, которые будут по капитализации соизмеримы со SkyWay. То есть SkyWay — это как локомотив, он пройдет и потянет за собой целые отрасли и направления. С вами будем развивать еще ряд очень перспективных направлений. Это и с помощью индивидуальное массовое строительство для построения эко-поселений. Там будут составляющие части и умный дом, и умное стекло, и даже умная земля. То есть Smart Land – это программа, которая будет именно, элементы ее Юницкий показывал, связанные с выращиванием и созданием гумуса. Но это следующая революция, которую SkyWay породит еще и в сельском хозяйстве. Это тоже будет и крайне интересное направление, и мы его сейчас обсуждаем уже и в запуске в проекта в Израиле, там, где в пустыне будет строиться, проектируется первая трасса между Тель-Авивом и Элатом, и там на протяжении, на ширине 30 километров планируется построить уже именно аграрный комплекс с помощью технологии уже Skyland. Это именно технологии, которая позволит использовать гумус, который тоже сейчас отрабатывается на экотехнопарке. Такой же проект предусматривается в бизнес-плане для строителей в пустыне Невада. Тоже это интереснейший проект, который не просто делает линию, а еще и показывает возможности, которые есть. Такие же проекты сейчас закладываются в Арабских Эмиратах. Юницкий рассказывал об этом, когда показывал с конца.
концепция линейного города, и тоже помимо города, помимо скоростного системы юнилетов, помимо городской системы юнибусов, еще закладывается новая концепция освоения земель, которая выводит этот проект просто на новые горизонты с точки зрения бизнес-привлекательности и на новые горизонты с точки зрения возможности SkyWay. Потому что вы четко должны понимать, что SkyWay — это не просто железная дорога, которая сегодня используется для того, чтобы перевозить людей. Это система, так же как интернет, то есть система, которая дает доведение использования, хранения и информации, она сегодня нам открывает все новые и новые возможности. Точно так же Transnet — это те возможности, которые будут открываться, о которых мы сегодня даже не можем себе предположить. Ну, мы это в том плане, что мы эти сегодня возможности собираем, и я могу сказать, что концепция и развитие с точки зрения футурологии, с точки зрения несколько приоткрывания будущего настолько необычно, насколько вы сегодня в большинстве случаев даже не можете себе это предположить. И здесь как раз вот мы с Алексеем эту вещь сейчас оформляем, делаем, и я могу сказать, что то описание и тот бизнес-план, который будет готовиться и сейчас готовится для линейных городов и для развития системы Транснета, он будет настолько необычный для многих, что как раз вот без определенной подготовки понять и принять, что там будет предлагаться, невозможно. Но это, друзья, естественный как бы такой процесс, и здесь у нас очень большой опыт для анализа, очень, как вы понимаете, анализируем все до нас элементы, которые производились, это и связаны с Боингом, как запускалась авиация, то есть мы не раз приводили эти примеры. Мы приводили примеры по запуску пятого технологического уклада, о том, как создавалась концепция капитализации Apple, крупнейшего сегодня производственного гиганта, это крупнейшая компания, которая вплотную подошла к капитализации в 800 миллиардов долларов, именно из-за того, что она предоставляет в рынке интернета уникальную услугу и является лидером в этом соответственном направлении. И мы не раз вам рассказывали о концепции входа Джобса, как он разработал и вошел с системой нового гаджета, новой системы в информационное пространство, как он завладел десятками, а потом сотнями миллионов потенциальных вкладчиков, потенциальных пользователей его технологий, которые инвестировали и получили потом заслугу, и соответственно айфоны, айпады, потом макбуки, и сегодня целая линейка это IT, то есть, соответственно, смарт-технологии, вот, то мы очень многие элементы, соответственно, это анализируем, берем оттуда опыт, и технология, которая дальше будет развиваться, входить, конечно, она будет опираться на весь предыдущий опыт, который двигается, на все реалии, которые применялись, и на то, те цели и задачи, которые мы сегодня ставим. И я могу сказать, друзья, тут обсуждался вопрос, что капитализация, IPO, там еще, так сказать, друзья, я могу сказать, что кому предлагались акции Apple 36 лет назад, когда вся компания стоила там несколько десятков тысяч долларов, и один из друзей Джобса продал свою долю в 10% за 800 долларов, а сегодня эта доля 80 миллиардов. Вот как, друзья, можно было сопоставить капитализацию и рост этих долей? Естественно, невозможно было. Еще я всегда при этом повторяю момент, что у там 1,5 миллиарда людей, которые во всем мире занимались инвестициями, была возможность войти в компанию Apple. Нет, конечно, друзья, ограниченный был очень ограниченный круг людей, который в принципе имел такую возможность. Но, друзья, по этой аналогии очень ограниченный круг людей, которые сегодня имеют возможность войти акционерами в корневую компанию SkyWay. И здесь, друзья, вы нисколько не опечаливайтесь или абсолютно спокойно относитесь к тому, когда вы кому-то доводите информацию, и кто-то отмахивается рукой и говорит, что нет, друзья, это все ерунда, потому что аргументация товарища Джобса, который продал свою долю в 10%, была в том, что 200 компьютеров до конца года, а это был, сейчас скажу, это был 79-й год, они не произведут, и эта компания обречена на банкротство. Соответственно, это неверие человека, который уже был внутри компании, привело к тому, что, соответственно, человек потерял такой. Это его личный выбор. И ругать его или не ругать, или, соответственно, сегодня прав он или не прав, к этому относиться надо абсолютно спокойно. Потому что тогда не было компьютеров, тогда не было перспективы развития, тогда никто не знал, что строит Джобс, и, соответственно, поверить и
пойти в это, соответственно, могли немногие. Точно так же сейчас, как можно представить, что такое Транснет, линейные города, юнибайки, что такое система нового расселения, когда этого нет. Вот как раз абстрактное мышление и позволяет людям делать вывод. И сегодня, друзья, уже как раз говоря о краудинвестинге, сегодня является как основной рабочий инструмент. Потому что люди могут позволить себе рисковать небольшими для себя инвестициями для того, чтобы участвовать в такого рода проектах. Не надо вкладывать тысячи, сотни тысяч, миллионы долларов. Это уже крупные инвестиции. А вот как раз то, что мы с вами сделали, друзья, то, что мы построили сегодня доказательную базу, и мы ее все в октябре увидим уже как демонстрация технологии, а сегодня мы своими глазами прикоснемся к тому, как это развивается и делается. И даже с исторической точки зрения, еще один очень важный аспект, друзья, я просто вам рекомендую в обязательном порядке сфотографироваться возле опор, которые еще не достроены, сфотографироваться возле станции, потому что когда все это будет сделано и работать, это будет не такая ценность. И я очень много приводил, друзья, фотографий или примеров, там, я не знаю, Алексей, ты сможешь сейчас достать или вытащить, или я в перерыве потом достану несколько фотографий, которые сделаны 15 лет назад, и мы с Юницким фотографировались возле первых строящихся опор, возле первого юнибуса, который был там 15 лет назад. И, соответственно, сегодня эти фотографии имеют историческую ценность, потому что полигона уже нет, его уничтожили, но есть память, есть документы, которые показывают, с чего все начиналось. И сегодня, когда кто побывает на экотехно нашем фестивале, он будет возможность иметь фотографию, сказать: ребята, видите, как это строилось, видите, с чего это начиналось. Вы будете показывать эти фотографии своим детям, своим внукам, о тех истоках, которые были. Я это говорю уже, друзья, на своем опыте, потому что у меня есть фотографии 15-летней давности о строительстве первых трасс Skyway. И если тогда это было просто интересно, просто любопытство, сегодня, друзья, это уже исторические фотографии. А представляете, какую ценность они будут представлять через 5, через 10, через 15 лет, когда все это поедет, и есть возможность показать фотографии, с чего все начиналось. Поэтому здесь, друзья, не упустите эту возможность просто сфотографироваться, во-первых, со своими друзьями, со своими командами. А вот Алексей, да, то есть вот фотографии, которые, видите, этим фотографиям 15 лет назад. Я почему сейчас показываю, потому что вы видели, как строится сейчас, это тоже схожие элементы, схожие вопросы, то есть это то, что уже то, что делалось. Да, вот видите фотографию, это мы с Анатолием Эдуардовичем тоже вот, на строительстве первой анкерной опоры. И если раньше я этим фотографиям не придавал никакое значение, то сегодня это, друзья, уже историческая ценность. Поэтому я тоже обязательно сфотографирую, чтобы у меня был вот такой же ряд, то есть обязательно с Анатолием Эдуардовичем о строительстве опор, для того, чтобы уже было что сравнить, чтобы это была некая определенная аналогия. Ну и второе, очень важное, друзья, это сопричастность к созданию, сопричастность к тому очень важному моменту, который мы все с вами, друзья, сегодня делаем, который благодаря нам сегодня, друзья, движется. Ну вот, друзья, давайте я сейчас делаю, как всегда, небольшой перерыв. Я передаю слово Алексею Суходоеву. В этой аудитории его, наверное, уже не надо представлять. Это мой товарищ, коллега, партнер. Мы сейчас работаем по нескольким очень важным направлениям. Без него очень многое бы не началось. То, что сегодня идет по адресным проектам, в частности по Красноярску и по Чечне. И второй момент, что очень интересно. У него всегда очень интересный свой взгляд на те вопросы, которые он освещает. Поэтому в конце я, как всегда, друзья, несколько слов обобщающие, связанные с экономикой, с тем, что нас окружает и что нас ожидает в ближайшее время. Ну а дальше, друзья, уже, я думаю, что с многими из вас до встречи в Минске на экотехнопарке. Алексей, тебе слово. Благодарю, Сергей Анатольевич. Друзья, рад всех приветствовать на уже расширенном технико-экономическом вебинаре. Те, кто перешел с вводного технико-экономического вебинара, более чем говорю, что это правильное решение. И сегодня вот уже на расширенной версии вебинара я хотел бы рассмотреть очень важную тему, действительно важную тему, потому что многим кажется, что наш экотехнопарк строится как-то медленно. Кто-то думает, что он строится уже полтора года, кто-то вообще думает, что два года. Друзья, он строится не полтора, не два года, он строится полгода. То есть вот ровно чуть больше
года назад, 16 апреля, но прошлого года, мы получили, соответственно, уже возможность проведения работ на земле и так далее. И вот посчитайте, сколько времени прошло на самом деле, чтобы сейчас мы уже увидели, что действительно происходит на наших глазах. Это строительство, это возведение, и уже установлены 18 промежуточных опор, и крайняя опора, она стальная, то есть она именно металлическая, чтобы доказать и показать, что различные типы, может быть, материала, используемые в промежуточных опорах, фактически возведена уже анкерная опора, которая совмещена с транспортно-логистическим узлом, который, соответственно, может иметь нагрузку вообще дубайского аэропорта, то есть это колоссальный пассажиропоток, и он будет справляться, именно вот наш транспортно-логистический узел. И для того, чтобы развеять ваши сомнения, дамы и господа, я привел небольшую аналитику, то есть чтобы на конкретике показать, что будет строиться быстрее. И мы говорим про первые этапы, то есть вот скорость строительства 1 километр в сутки. И то, что сейчас экотехнопарк строится, ну, буквально каких-то полгода. Вот при расчете 1 километр в сутки давайте сравним с теми технологиями основными. И кто-то считает их конкурентными технологиями, но они нам не конкуренты. Конкуренты другие, они есть, и с ними нужно считаться. За ними нужно наблюдать, но сильно не засматриваться, потому что наша технология, она однозначно впереди. Допустим, взять скорость строительства метро. То есть сколько времени нужно, чтобы построить 1 километр туннелей, допустим, одну станцию, выход с эскалатором и межстанционный переход. Во времена СССР существовал стандарт, и на самом деле вот нормативный срок строительства станции мелкого заложения – был 36 месяцев. 36 делим на 12 – это 3 года. И, соответственно, дамы и господа, при скорости строительства 1, допустим, километр, вот представим, что движется только один отряд строительный, и только в одном направлении, и скорость строительства струнной технологии, струнной путевой структуры и всей инфраструктуры вообще 1 километр в сутки. Приведу расчеты тоже, чтобы было понимание, сколько, допустим, сейчас строится вообще в месяц метро. В месяц 1 километр – это в лучшем случае. 300-500 метров в месяц. То есть это примерно 20-40 метров в сутки. И так что километр действительно нужно прокапывать около месяца. И более того, существует разница между грунтами и так далее. То есть и помним, что строительство метро очень дорогостоящее, и сама технология весьма и конкретно удорожает вообще стоимость проекта. Второе, на чем я хотел остановиться, это уже, соответственно, тоже не конкурент, и монорельс. Многие новички, кто только входит в проект, и кто далек от технических именно вот аспектов, считает, что монорельс в некой степени похож на Skyway. Более того, я был не удивлен, когда я общался с рядом чиновников, и они мне приводили сравнение с монорельсом, спрашивали, чем ваш Skyway отличается от монорельса, ведь это фактически одно и то же. К примеру, также вот мы не будем рассматривать технические характеристики и аспекты, взять строительство московского монорельсового транспорта. То есть 2 сентября был начат сам проект, то есть официальная история проекта была начата. Если взять, допустим, официальную историю нашего проекта, вот новейшей истории Transnet и Skyway, то это, соответственно, 2014 год начался краудинвестинга, и примерно лето 2015-го, лето получается 2014, если не ошибаюсь, то это уже начало функционирования непосредственно на территории научно-производственного конструкторского предприятия, выполнение работ, создание технической документации и так далее. Как вы думаете, когда был введен в эксплуатацию монорельс и когда он
принял первых пассажиров. С 98 года прошло 6 лет. Дорогие друзья, прошло действительно 6 лет. И 20 ноября 2004 года только был введен в эксплуатацию первый подвижной состав монорельса. Дамы и господа, колоссальная разница. И чтобы закрепить ваше понимание о том, что строительство транспортной инфраструктуры Skyway намного быстрее, чем существует транспортная инфраструктура сегодняшнего времени, я приведу уже сравнение с высокоскоростным транспортом. То есть, если говорить про высокоскоростной транспорт, то я могу сказать, что вообще в этом направлении огромный потенциал закладывается у Skyway, потому что средняя скорость перемещения до 400 км в час. То есть 500-600 км в час, мало таких высокоскоростных подвижных составов, которые сейчас перемещаются. Более того, Китай, например, заказывает сами подвижные составы из других, соответственно, стран. И огромная проблема то, что подвижные составы не отечественного китайского производства, а, соответственно, их нужно заказывать у Siemens и других гигантов именно промышленного производства высокоскоростных составов. И также происходит с ТЖВ. И, дамы и господа, вот наши преимущества: Bombardier, Siemens, Kawasaki и так далее, Alstom, различные на самом деле фирмы. И поставка фактически ведется из Европы, Северной Америки или Японии, в Китай, что касается Китая. Я не буду приводить стоимость достаточно такую мощную и пугающую, например, Москва-Казань. Я приведу другие конкретные числовые показатели. Допустим, сколько строилась дорога от столицы, то есть от Пекина до крупного северокитайского мегаполиса Харбин. То есть построили за 7 лет. С 2007, соответственно, по 2014 год велось это строительство. Skyway построили бы значительно быстрее. Чтобы также уже на цифрах показать, рассмотрим маршрут между Пекином и Шанхаем. То есть за 4 года построили, покрыли расстояние в 1500 километров. То есть 1500 километров, соответственно, 4 года, это умножаем на 365, не будем учитывать высокосные и так далее. Соответственно, это получается 1460 дней. И 1500 разделить на 1460, это примерно получается как раз таки тот самый один день, один километр в сутки. Но вспомним, насколько трудозатратно, насколько сжирает вообще неимоверное количество бетона, металлоконструкции и человека часов строительства высокоскоростной дороги, насколько неэффективный это действительно транспорт, мы неоднократно приводили пример, дамы и господа, на наших вебинарах. Теперь посчитайте экономический эффект с учетом стоимости, с учетом скорости строительства и так далее. И подумайте, насколько более эффективное и самое быстрое, насколько, самое главное, насколько быстрее строится, допустим, технология Skyway. Я учитываю, естественно, потому что, на мой взгляд, технология будет осваиваться, и строительство струнной путевой структуры, струнной сети будет идти намного быстрее, чем по 1 километр в сутки уже при промышленном производстве образцов, при именно налаженной схеме производства, установки монтажа анкерных опор, промежуточных опор, натягивания струны и так далее. То есть, когда все технологические моменты будут отработаны. Мне кажется, возможно, я ошибаюсь, если ошибаюсь, то Сергей Анатольевич поправит, то строительные отряды могут двигаться не просто друг на друга и, соответственно, снижать скорость строительства уже 500 метров в сутки, а, соответственно, даже распределять этапы и буквально с нескольких точек начинать строительство и дальше, соответственно, соединять уже в единую путевую структуру. Возможно, в физическом моменте это невозможно, но друг на друга, соответственно,
строительные отряды могут идти. То есть я думаю, что вопрос по поводу строительства и то, что кому-то кажется, что... Потому что эти вопросы действительно задевают и Сергея Анатольевича, и меня. И в первую очередь это задевает весь коллектив научно-производственного конструкторского предприятия, потому что то, что они делают за примерно 3-4 года, делалось потенциалом бы в тысячи людей. А это делают 200 человек. И, дамы и господа, многих интересует именно составляющая, такая важная финансовая составляющая, юридическая отчетность. Я могу сказать, что недавно был проведен аудит ЗАО «Струнные технологии», то есть ничего не скрывается, какая фирма была привлечена, можете ознакомиться, это аудит «Финанс-сервис». И по этой ссылке, пожалуйста, ознакомьтесь, посмотрите, сколько, соответственно, денег было потрачено, и уже более такие конкретные цифры открыты, вы можете лицезреть. Это, на мой взгляд, доказывает то, что струнные технологии, ЗАО «Струнные технологии» ведут более чем честный, открытый и прозрачный бизнес. Естественно, финансовая аудиторская отчетность, она еще больше подкрепляет и увеличивает ценность, инвестиционную привлекательность нашего проекта, потому что не все проекты, тем более вот такие глобальные стартапы, могут похвастаться такой прозрачностью. И, дамы и господа, это действительно привлекает все больше европейцев, то есть европейская ветка даже непосредственно вот меня и Сергея Анатольевича растет буквально каждые сутки. И если европейцы, я не говорю пока про американцев, то есть для американцев там, чтобы такая вот железобетонная уверенность была у человека, там, естественно, еще некоторые юридические финансовые аспекты, именно которые коррелируются на их регион, на их штаты и на их финансовую юридическую основу. Но, соответственно, Европе более чем комфортно работать, и причем как бы рассматриваются уже инвестиции, в том числе в австралийские проекты, там достаточно серьезные суммы, в том числе, естественно, инвестиции в экотехнопарк. И, дамы и господа, это как минимум сотни тысяч долларов многие вот уже инвестируют. То есть 50 тысяч долларов рассрочка уже европейцев это абсолютно не пугает. И они понимают, что некая точка невозврата уже пройдена, соответственно, они могут просто не успеть приобрести достаточно серьезный и интересный инвестиционный пакет и действительно дополнить, либо вообще сформировать свой инвестиционный портфель в виде и на основе акций. Вначале это обязательства, которые обязательно станут акциями, приносящим потенциально возможно теоретически в ближайшей перспективе и так далее. То есть я всегда буду произносить эти слова, пока, соответственно, наш проект не закроет возможность финансирования корневой технологии. Достаточно серьезные дивиденды и, соответственно, дамы и господа, это не может нас не радовать. И я рекомендую вас обратиться вот по ссылке, которую я сбросил в чате. Когда-то для Skyway Invest Group мы приводили понятие, очень краткое, емкое и понятное, что такое венчурный проект, что дисконт и венчурная премия. Посмотрите, какой дискаунт был раньше, и дискаунт будет снижен уже, соответственно, в начале мая. Мы узнаем конкретные цифры, но, дамы и господа, я рекомендовал бы те, кто желает зайти на более выгодные условия, пожалуйста, заходите, потому что потом такой возможности может и не быть. Я действительно со счастьем в мыслях, в сердце вспоминаю те моменты, когда так вот сиюминутно у нас была акция 1:1000, и вот все деньги, заработанные с сети и так далее, инвестировал еще. Я лично как бы пользовался этой акцией, именно чтобы приумножить еще больше. И так как бы не маленький, так скажем, именно как вот участнику, который участвует еще с 2014 года, пакет акций. И, дамы и господа, я рекомендую те, кто действительно заинтересован в получении более чем серьезных дивидендов, этим воспользоваться. Ну и, собственно, дамы и господа, подытоживая свое выступление, хочу сказать, что буду
рад со всеми увидеться 23-24 апреля. Это будут такие серьезные события. Я с нетерпением жду вот этого грандиозного шоу. Возможно, в будущем вообще это превратится в традицию. И если, допустим, сейчас мы видим различные музыкальные фестивали, вот там проводят Alpha Future People и так далее, возможно, это превратится в некую традицию таких вот массовых именно встреч активистов Skyway и не только активистов Skyway, потому что Skyway на тот момент уже будет пользоваться, если не весь мир, то количество людей, пользующихся Skyway, будет расти в той геометрической прогрессии, в которой на сегодняшний день ведется наше строительство и в которой на сегодняшний день развивается наша инвестпроводящая система. Строй Skyway, спасай планету, дай дорогу мир Транснету. До скорых встреч, дорогие друзья. А я передаю Сергею Анатольевичу слово, потому что хотелось бы также остановиться более подробно на тенденции. И вы видели, наверное, такие вот поползновения, скачки стоимости нефти. И что нас ждет будущее, что ожидать после соглашения в Дохе, ну и, соответственно, июньских соглашений, которые также ОПЕК будет рассматривать. Ничего там, на мой взгляд, такого масштабного, очень приятного для России, к сожалению, не будет. Строй Skyway! Спасибо, Алексей. Конечно, для новичков очень интересно слышать, да, и про проекты, и про Америку, и про Израиль, и про цену на нефть, так сказать. И поэтому, казалось бы, как это увязать, с учетом, что вот на прошлом вебинаре мне тут после один у нас деятель все писал в чате, а потом мне еще написал о том, что вы тут рассказываете про космос, там, что вы, так сказать, как бы про какие-то проекты, нам тут типа жрать нечего, мы тут крохи собираем, давайте экотехнопарк строить, а вы тут про космические проекты. И мне интересно, что это говорят люди, в общем-то, я не знаю по возрасту, сколько ему лет, потому что, судя по всему, он там под чужим именем, как бы это, но, друзья, мне так и хотелось спросить, мы отмечали дату 55 лет полета Гагарина, это 61-й, друзья, это прошло чуть больше 15 лет после самой разрушительной войны в истории, когда страна только-только вставала из руин, и тем не менее мы строили ракеты, мы летали в космос, вся страна пела «Я буду смотреть кованый ракет», и он сказал «Поехали», махнул рукой, и космос, и все казалось, что мы полетим на Марс и так далее, там мечтали высадку о Луне, на Луну, так сказать, и это все в те времена, друзья, когда только-только, там, ну не только там, приняли карточную систему, и страна еще жила в таких очень тяжелейших условиях. А сегодня при другом уровне цивилизации, другом уровне экономики, когда есть концепция, есть технология, когда все экологически вредные индустрии за пределы атмосферы, на создание новой цивилизации, экогенной цивилизации, на создание нового технологического уклада, мы неожиданно будем сидеть и говорить, друзья, а зачем нам, собственно, новый технологический уклад, нам и здесь, в общем-то, хорошо. У кому-то может быть и хорошо, но, друзья, в этом моменте мы не зря мою любимую песенку про стартапы, такие мексиканские мотивы, мы ее всегда в конце вебинара вставим, ну, вот в последнее время, потому что это, друзья, как раз показывает суть, что только такие люди, как там Юницкий, как команду, которую он собрал вокруг себя, те, кто могут работать, именно благодаря таким людям и движется вся цивилизация. И с другой стороны, друзья, мы все-таки создаем уже не просто научную организацию, цель которой продемонстрировать и показать возможности технологии, а мы, друзья, создаем бизнес, и этот бизнес очень и очень перспективный. И мы как раз, друзья, отстраиваем сегодня принципиально новую модель. Это не краудфандинг, когда вы финансируетесь и взамен можете получить какое-то изделие. Вы, финансируя, становясь партнером, вы становитесь совладельцами и входите в корневую технологию и во владение теми проектами, которые будут использовать технологию. Это, друзья, абсолютно новый принцип. Что у нас из этого получится, покажет только время. И только время является мерилом, и тот, кто ответит на все вопросы. Но по мере того, как мы движемся, по мере того, как мы развиваемся, у нас, друзья, есть абсолютная уверенность, что те обещания, те настроения, которые мы создаем, то ожидание, которое сегодня создается при участии в этом проекте, мы будем реализовывать. И все, что зависит, друзья, мы
будем делать. И естественно, что, к сожалению, мы живем в таком мире, в такое время, когда очень много происходит факторов, которые от нас не зависят. Тут был один вопрос по Литве, там деньги в Литве, в Латвии возвращаются. Друзья, там работают юристы, мы судимся с правительством и лично с президентом Литвы по возвращению. В перспективе, что это дело выигрышно или когда-то сегодня сказать невозможно. И опять же, кто мог предположить, что при личном вмешательстве президента Литвы и премьер-министра Литвы, а тут слухи прошли, что у нас президент Литвы, это полу такая, так сказать, своеобразная дама, метит чуть ли не на еврокомиссара, а Евросоюз, то понимаете, друзья, ну что здесь можно сказать или что здесь можно чему удивляться? Ну вот бывают такие процессы. Соответственно, проект у нас начинался декабрь 2013 года, когда начался Майдан, а потом события на Украине. Тоже кто мог это предположить или что сделать сегодня, когда прошла волна вот этого кризиса и сегодня идет уже новая конфронтация, русофобия, конфликт именно русского сегодня мира с западной цивилизацией, с тем, что сегодня происходит. Это, друзья, не мы начинали, не от нас это зависит, но мы живем в этих реалиях. Нас пытаются втягивать, нас пытаются каким-то образом привязать к этим процессам. Мы всегда, друзья, стоим на стороне, мы вне политики, мы вне таких игр. Для нас все равны, для тех, кому нужен цивилизация, для тех, кому нужен Транснет, для тех, кто собирается жить в новом укладе. И сегодня у нас, я уже говорил, управляющие компании создаются в разных частях света. Это, друзья, для нас и для вас система безопасности. Потому что сегодня будем говорить объективно, что может дальше происходить в России, это одному Богу известно. Может, какие завтра будут принимать решения чиновники здесь, когда экономику, которую они отстраивали 15 лет, сегодня терпит крах. Потому что единственный позыв, единственный экономический постулат, который был при построении этой экономики, в которой мы сегодня живем, потому что нефть будет вечно дорожать. Вечно. И они считали, что они в этой структуре будут жить вечно. И они будут платить пенсии, платить зарплаты. И для них управление трубой и управление страной это было одно и то же. И сейчас неожиданно этот процесс закончился. И оказывается, сразу начался кризис. Нет кризиса в Европе, нет кризиса в Америке, нет кризиса в Китае. Его нигде нет, тут только в России и в Венесуэле. Две страны, которые полностью сидят и сосут эту трубу. И как только там что-то начинается не так, оказывается, возникают проблемы. Друзья, здесь сейчас вот эти предпосылки, условия, которые будут происходить, они непредсказуемые. И в этом плане, когда принимался выбор именно стейт для строительства экотехнопарка и зоны именно юридической, где делать основную инженерную базу, была выбрана Белоруссия, и это абсолютно правильное решение, что это евразийская зона, но она все-таки не Россия. И она не настолько зависит сегодня от этих просто коррумпированных, зажравшихся чиновников от науки, от нефти и вообще от чего-нибудь, которые сегодня бегают вот с такими глазами круглыми. Ах, цена падает, что делать? Они создали себе иллюзию о том, что вот сейчас они договорятся о том, что будет заморозка нефти, добыча нефти, снижение. И поэтому у них опять что-то будет хорошо. Цена подросла до 45 долларов, и тут уже чуть ли не хлопали в ладоши, что все, кризис пройден. Друзья, а в чем цинизм всей этой ситуации? В январе Россия добыла максимум за всю историю нефтедобычи в России порядка 545 миллионов тонн. Никогда Россия столько и Советский Союз не добывала. То есть мы постоянно все это время наращивали добычу. И вот когда мы вышли на максимум, после этого стали задавать вопрос. Ребята, а давайте теперь ограничим во всем мире добычу и, соответственно, зафиксируем цены. Так вот, Саудовская Аравия и Иран, они сегодня могут удвоить производство своей нефти. И они разумно задают этим деятелям. А почему вы сейчас решили фиксировать? Не месяц назад, не три месяца, не полгода, а сейчас, когда вы вышли на максимум, говорите, а давайте фиксировать. И Иран четко обозначил, ребята, я 20 лет был под санкциями международными по продаже нефти. Я не буду ограничивать свою нефть. И второй вопрос, что на протяжении вот этих вот 15 лет те друзья, которые рулили трубой, они вели себя крайне некорректно с точки зрения нефтяного бизнеса. И они тех же саудитов, тех же Ирак и Ливию, они выгнали с определенных рынков, демпингуя по цене, потому что была высокая цена и имели возможность. И сегодня, когда отыгрывается эта ситуация, когда Саудовская Аравия и Иран имеют возможность снижения цены до 10 долларов, и при этом у них будет 100% рынка,
рентабельности. А наша нефтяная промышленность, которая привыкла к высоким ценам, и они просто затраты никогда не считали, они сегодня не имеют такой возможности. Поэтому это, друзья, конкурентная среда, это бизнес-среда. И сегодня мешать ее с политикой неправильно. И второй вопрос. Я все эти 15 лет сидел и задал вопрос. Ребята, а кроме трубы есть... С Явицким куда только не ходили, кому что только не предлагали. Пока были высокие цены на нефть, сам Путин это сказал. Это как наркотик, потому что его принял, и ничего больше не надо. Завтра цена будет выше, покроем пенсии, покроем затраты, будем строить дороги, больше ничего не надо. Сегодня эта эра закончилась. И в воскресенье в Дохе нефтяные страны показали, что, ребята, начинается новая эра цены на нефть. И она будет продолжаться еще как минимум лет 5, а может быть и 10. И, соответственно, этот тренд только на снижение цены, только на снижение. И, соответственно, в этих условиях сегодня сразу заговорили, кризис в стране, готовьтесь затягивать пояса, пенсии, возраст повышать и так далее, налоги повышать. Там. Что только они сейчас не говорили, по-другому эти деятели управлять не умеют. И в этом плане нам сейчас как к этому относиться, хорошо или плохо? Но если дилетанты... которые понимают, что управлять страной и управлять трубой – это одно и то же, начинают решать другие вопросы, то у них вот такая фигня и получается. И здесь как раз, когда мы долгое время, помните, на наших вебинарах говорили «Строй Skyway, спасай Россию», мы реально понимали о том и предлагали, что нужна новая концепция, новая парадигма, новая стратегическая цель развития страны. Вы думаете, кто-нибудь что-нибудь услышал? Кто-нибудь что-нибудь говорил? Нет, друзья, они сейчас сидят, охают и ахают, округляют глаза и молятся на то, чтобы цены на нефть опять взлетели. И говорят, что вот взлетят, мы что-нибудь больше будем дальше делать. Нет, друзья, надо четко сказать, никуда цены не взлетят. Тот тренд, который принят 3 года назад и который сегодня реализуется, потому что мировая экономика – это не только производители энергии, те, кто добывают и перерабатывают нефть. Это, друзья, и те, кто ее потребляют. Потому что для них чем ниже нефть и нефтепродукты, тем больше прибыль. И, соответственно, мировая экономика на этом балансирует. И когда Россия и Венесуэла, то есть мы, видите, сравниваем две страны абсолютно по равному потенциалу. Россия и Венесуэла, когда полностью зависят от цены на нефть, то идет такой разговор. А все остальные страны, друзья, Европа сегодня вздыхает, у нее экономический рост, потому что упала цена на нефтепродукты, там все упали цены на бензин. В России вы что, видите падение цены на бензин? Я вижу ее только повышение. Может быть, у кого-то где-то в регионе или у кого-то где-то упала цена на бензин, напишите мне, я хочу увидеть или посмотреть это в регионе. Я пока вижу, лично у меня цены увеличиваются, причем увеличиваются каждый месяц. По мере того, как цена на нефть падает. Это тоже, друзья, какой-то интересный парадокс. Цены на нефть упали, а цена на бензин в России, которая добывает больше всех в мире, увеличилась. Интересные условия, но я вам как раз говорил, что с 1 апреля правительство увеличило акцизы на бензин. Она говорит, я налоги повышать не буду, но акцизы повысим, а потом еще раз повысим. И все, кто ездит на автомобиле, будут покрывать издержки нефтяных компаний, которые сегодня несут убытки из-за того, что цена, даже не убытки, а из-за которых выручка валютная падает из-за того, что падает цена на нефть. Это, друзья, реальность, которая сегодня есть. И вопрос о том, что, а есть ли альтернатива? И вот здесь, друзья, мы говорим, для нас, для тех, кто строит Skyway, для тех, кто строит новую парадигму развития, для тех, кто видит, пишет, мы говорим, да, у нас есть. Но обсуждать это, друзья, не с кем. То есть нет второй стороны для обсуждения. Ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в других органах власти. Вот, соответственно, исходя из этого, мы очень активно, друзья, работаем сейчас с другими правительствами, с другими компаниями в разных регионах, это и Восток, и Запад, и Азия, и Европа, и Америка, и Израиль, и наши соседи по Евразийскому Союзу. И это, друзья, абсолютно естественный процесс. И если кто-то вот нам сейчас пытается сказать, что работая, развивая проект в Монголии, это не патриотично, я могу сказать, друзья, а при чем здесь патриотично и развитие бизнеса в Монголии? Мы применяем там технологию, и 300 тысяч акционеров, которые, большинство из которых находятся в России, мы будем получать эти дивиденды. Мы развиваем сегодня проект в Боливии и в Гвинее, в Африке. И что? Мы будем строить проект, мы будем получать от этого дивиденды. Это тоже не патриотично. А если завтра будет строиться проект в Америке, между...
ну, там, где-нибудь, не знаю, где-нибудь в пустыне Невада. Мы что, скажем, что это тоже не патриотично? Что Skyway должен строиться только в России? Но чтобы он строился здесь, надо этим сосателям трубы что-нибудь рассказать, чтобы они что-то поняли. А у них, извините, сейчас, друзья, ломка идет после того, как падают цены. А во время ломки они вообще ничего не скупали. Цена нефти, на этом жизнь закончилась. Вот. Причем, как только повысится цена на нефть, у них опять будет доза, им опять будет не до каких-либо проблем. Поэтому, друзья, этот вопрос весь связан с чем? Что мы сегодня строим Skyway, и мы перешли от лозунга «Строй Skyway, спасай Россию», потому что это, скажем так, узкое направление, к «Строй Skyway, спасай планету», потому что Россия – это часть мирового сообщества. Это 1/7 часть суши. Это серьезнейшее образование на всей Земле. Она всегда играла свою роль. Поэтому мы составная часть планеты Земля, сообщества. И, соответственно, тот транснет, который будет окутывать всю Землю, и он покроет общей паутиной, это, соответственно, общая технология. И ее нельзя рассматривать в отрыве. Так же, как интернет. Что мы будем говорить о интернете, если он будет работать только внутри одного города, внутри одного региона или внутри одной страны? Ценность интернета в том, что он убрал границы между информационным обменом, соответственно, между перетоком информации. Транснет уберет границы между странами, между континентами. И то развитие транснета, которое идет, он радикально изменит то, что сегодня пытаются или обособить, или сделать наши чиновники. И тут я могу сказать, что, друзья, если бы кто-то в начале 90-х из чиновников вышел и сказал: «Я не пущу интернет в Россию», ну и что бы было? Он бы не пришел, или сегодня, по-моему, только одна страна в мире, это у нас Северная Корея, у которой нет общего доступного интернета. И в Китае он там несколько ограничен, но зато у них очень мощная своя сеть, у них своих пользователей много. Так вот, друзья, сегодня развитие транснета – это такая же естественная экономическая тенденция, как сегодня очень правильно говорить, тренд, который остановить невозможно. И мы сегодня, друзья, в этом тренде. И здесь я могу сказать, что когда вы будете объяснять или вас будут спрашивать, чем вы занимаетесь, так вот, друзья, вы не просто в этом тренде, а вы находитесь в команде, которая его формирует. И у вас сегодня есть возможность участвовать в создании тех компаний, которые будут, как в свое время основатели Google Сергей Брин, или там в основании Microsoft Билл Гейтс, или Джобс в Apple. Соответственно, мы сегодня с вами формируем тот костяк, который выдвинет новые компании. У каждого времени, друзья, свои герои. И у нашего времени, то, что мы сегодня делаем, мы увидим очень большое количество новых лидеров, молодых ребят. И я очень надеюсь, что я сейчас как наиболее такой результат за этот год работы. Фактически в каждом регионе возникает команда, возникают молодые ребята, лидеры, которые работают сейчас по построению структур, по запуску адресных проектов, по созданию уже управляющих компаний, которые делают уже определенные адресные проекты. Вот это, друзья, и есть ценность, и из них вырастет очень большая плеяда новых руководителей, новых владельцев компаний, которые будут владеть транснетами, которые будут владеть адресными проектами, и появится целая плеяда новых миллионеров, миллиардеров, вот, которые реально будут развивать и запускать делать. Это тоже, друзья, очень результат, который сегодня есть и который мы сегодня можем показать и делать. И как бы это ни звучало, и как бы это сегодня не казалось неправдоподобным, но я могу сказать, что, друзья, время развивается очень быстро, технологические уклады меняются с такой скоростью, что на прошлом вебинаре я показывал, что от концепции ракетостроения, от идеологии, которую дал Константин Эдуардович Циолковский, до реализации Сергеем Павловичем Королевым, прошло не одно поколение. То есть это фактически во втором поколении, когда Королев стал реализовывать, то есть это вот 903 года, 906, когда Циолковский описал и запустил первую модель многоступенчатой ракеты, а Королев, соответственно, в 56-57 запустил первый спутник и баллистическую ракету. Соответственно, сегодня у шестого технологического уклада, у транснета, от зарождения, который дал Юницкий, до реализации, это все в пределах одного поколения. И Юницкий от автора, теоретика, изобретателя, перейдя в категорию генерального конструктора, имеет возможность реализовать. И второй момент, друзья, очень важный, что не просто концепцию транснета шестого уклада, а мы еще и говорим о том, что наша задача запустить и следующий уклад, седьмой, то есть когда уже приступить к развитию транснета,
к следующей коммуникационной системе, которая позволит реализовывать уже Skynet или SpaceNet, как у нас сегодня говорит. И когда сегодня там с экранов телевизоров президент Путин говорит, что нам нужны амбициозные проекты, инновационные проекты, которые изменят, здесь, друзья, нас задается вопрос, а тогда мы кто? А тогда наши проекты это что? Которые претендуют на то, что будут повышать ВВП страны, которые будут менять целые цивилизационные уклады. И здесь, друзья, я могу сказать, что этот процесс активно идет, мы с вами в нем участвуем, и результат, который мы сегодня получаем, он абсолютно, друзья, закономерен. И, соответственно, приход крупных инвесторов и крупных заказчиков, он также закономерен, как и то, что сегодня демонстрируется, делается, и то, что приходят сегодня инвесторы на 10, 20, 100, 1000, 100 тысяч долларов. Вот, соответственно, я работаю с такого рода инвесторами, которые сегодня входят на сотни тысяч, потому что, ну, понимаете, друзья, просто разные аргументации, у меня опыт несколько другой, то есть я могу сказать, что когда со мной начинают работать потенциальные инвесторы, то очень редкий случай, когда люди отказываются что-либо инвестировать. Но это просто приходит тот, кто там приходит с определенной аргументацией работы. Так вот, друзья, на сегодняшний момент давайте подведем черту на 23-24 апреля. Это для всех для нас веха, это для всех для нас праздник, это для всех для нас фестиваль. Опять же, это поздравление генерального конструктора и генерального директора и президента группы компаний Skyway Анатолия Ильича Юницкого, который взял на себя всю эту ответственность, который не просто придумал, изобрел и запустил в реализацию технологию Skyway, но который собрал сотни тысяч людей. А это, друзья, тоже непросто. Ведь под простую идею или под пустую идею собрать сотни тысяч людей не так просто. Который собрал серьезную команду профессионалов, профессионалов, которые работают еще и с очень большим энтузиазмом. А это тоже, друзья, дорогого стоит, когда люди работают и за деньги, и в то же время с энтузиазмом. Это тоже очень важно создать. И следующий момент – это приход уже профессиональных игроков. Это тоже важный закономерный процесс. И я могу сказать, что, друзья, это не за горами. Тем более, что тут очень много задается вопросов. Это по поводу смены дисконта. Еще тут много идут каких-то спекуляций. Значит, друзья, может вот прямо под запись и это самое говорить, что май месяц, вот после экофестиваля, смены резкого дисконта не будет. Наоборот, после апрельского фестиваля весь май будут определенное количество рассрочек, которые, может быть, даже будут с повышенным дисконтом, чем сегодня, либо в рамках тех дисконтов, которые есть. И, соответственно, вы можете набрать себе программы или привлечь людей под программы рассрочек на 3, 5, 10 месяцев, взять дисконт, и он будет соблюдаться. Вот. Более того, я могу сказать, что вот сейчас я веду лично с Анатолием Ильичем переговоры, когда инвесторы входят уже на такие суммы, как 500 тысяч и миллион долларов. И мы с ними обсуждаем уже конкретные условия, персональные, для тех людей, которые входят уже на такие суммы. И они будут уже на персональном договоре по определенным персональным условиям согласовывать участие в проекте. Это тоже, друзья, есть, процесс идет. Поэтому я всех сразу хочу успокоить, что, друзья, 1 мая смены дисконта не будет. И если кто-то будет, можете ссылаться на меня, говорят, а Сибиряков обещал. Соответственно, я вам четко могу сказать, 1 мая смена дисконта не будет. Потом мы обязательно вам покажем ряд проектов, программ, которые мы покажем, которые будем привлекать, то есть с точки зрения рассрочек, которые вы можете взять. И на период. И только после этого мы произведем, да, потом будет действительно радикальная смена дисконта. Более того, друзья, я тоже сейчас могу сказать такую крамольную вещь, не исключено, что после этого может быть вообще закрыта программа, за исключением рассрочек. А программа входа может быть вообще принята, но это как раз будет зависеть от наших партнеров, которые возьмут на себя дальше финансирование проекта. Поэтому здесь, друзья, такой двоякий процесс. Мы все-таки надеемся, что мы по краудинвестингу проработаем до октября, что еще большее количество, мы говорили, до миллиона человек мы сделаем все-таки акционерами компаний. Это очень важно. Но тем не менее, друзья, тут нельзя исключать, что с приходом крупных игроков мы с вами, как краудинвестинг, будем переключаться на другие проекты. Но имея за спиной уже запущенный и раскрученный Skyway, друзья, вы представляете, как нам просто будет выводить такие
такие технологии, как Skyland, такие технологии, как Skyglass, вот, и еще куча-куча других проектов, которые у нас просто должны развиваться, как говорится, как грибы после дождя. Ну вот, друзья, я надеюсь, что на все вопросы, которые тут касаемы с дисконтами, с обещаниями, ответил. Вот, поэтому давайте, друзья, таким образом работаем, проведем фестиваль, потом май с вами подготовимся, сделаем ряд заделов на будущее, ну а с июня месяца уже спокойно подойдем там, к сменам дисконтов, к новым реалиям, новым условиям работы. И, соответственно, друзья, наша задача на сегодняшний момент, чтобы финансирование экотехнопарка только увеличивалось. Я могу сказать, что прошлый месяц у нас был самый ударный, мы дали максимум за все время, и этот месяц, мы надеемся, также будет крайне эффективным, крайне важным. Во всяком случае, мы все над этим работаем. У нас активный именно привлечение и рост структуры, те, которые работают по доведению информации, а как результат привлечения инвестиций. Поэтому, друзья, я могу сказать, что май, а потом следующий июнь, он даст такой задел, который нам позволит к октябрю месяцу подойти уже с уверенной задачей, решенной по финансированию, для того, чтобы продемонстрировать, показать и достойно уже представить технологии в октябре, как мы, в общем-то, друзья, планируем, потому что основное событие у нас, друзья, это октябрь, презентация и, соответственно, уже выход в свет, как говорится, самой технологии Skyway. И это, друзья, будет настолько важное для всех, для нас событие, что об этом мы будем говорить уже, друзья, после экофеста, который пройдет. Ну вот, друзья, надеюсь, что большинство вопросов я на сегодня отметил, большинство, скажем так, информацию, которую мы доводили, она для вас сегодня нужна. Смотрите, дальше в записи в обязательном порядке все наши вебинары есть. В 19:20 у нас с Алексеем еще сегодня вебинар для центральной части, поэтому, друзья, время не теряйте по тем рассрочкам, которые сейчас идут, те условия, они уникальные, и они уже повторяться не будут. Привлекайте, показывайте, рассказывайте о программе рассрочек, которые сегодня есть, это тоже уникальное предложение. Ну и, соответственно, друзья, до встречи, я надеюсь, с многими из вас в Минске, ну а дальше с остальными, друзья, на следующей неделе, как всегда, в 12:13 и в 19:20 мы с Алексеем будем продолжать нашу работу по Skyway, и для многих из вас «Строй Skyway, спасай планету» — это все будет более и более понятная задача и более понятная программа к действию. Все, друзья, всего доброго, до встречи.